пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: сатафтарик хази ль-умма аля 73 фирка куллюхум финар илля вахида ва хия фирка тунаджия. И моя община разделится на 73 течения, все будут в аду, кроме одна, и это те, кто спаслись, это те, кто живут по Корану и Сунне. Вот были такие, как муатазилиты, они говорили, что это Коран, это не слова, не речь Аллаха, это халкулла, это творение Аллаха, субхану ва тааля. На что с ним проводил диспут имам Ахмад бин Хамбаль, его посадили в тюрьму за это. Потом уже, когда он был выпущен, то есть, когда ему дали выбор, чтобы всех, весь народ собрать и сказать, что Коран, скажи, что Коран это, его сильно били плетями, и на что его дядя сказал: скажи уже, что это создание, тебя отпустят. Говорит, о мой дядя, говорит, я ана асбиру аля саути дуния, ва ля асбиру аля нари ахира. Я, говорит, могу протерпеть кнут этой дуния, но не могу выдержать огонь ада. Поэтому, говорит, я не могу это сказать, что это калямулла, это слова, речь Аллаха, это не создание Аллаха, субхану ва тааля. И когда потом уже он думал, что хотел сказать таким образом, «Аль-Кур'ан ва сунна хадани махлюкан», «Кур'ан и сунна» — это два создания, имел в виду два пальца. Коран, но не имел, что Коран и Сунна создание, а именно эти два пальца. Но когда увидел народ, сколько собралось, и говорит, подумал, что они неправильно меня поймут, и он еще раз сказал: нет, Коран это калямуллах, Коран это речь Аллаха, его еще больше посадили в тюрьму на долгое время. Поэтому, как вообще он был, тариф Коран это калямуллах, муназзалюн аля кальби Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Речь Аллаха, слова Аллаха, ниспослана на сердце посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям.